Есть на земле большая страна, прекрасна отчизна и духом сильна, богатство природы, широкий край, Россия. Славься, родная моя, героев память храни на века, священные земли, победный май, Россия. Это все было сформировано по личной нашей инициативе девочек, у которых мужья, парни, друзья, братья, отцы, все находятся на передовой линии. Они... У меня воюет мой жених, он как раз сделал мне предложение накануне своего отъезда. Ушел он добровольцем как раз-таки на праздник такой, 23 февраля, День защитника Отечества. Оба для себя еще, будучи подростками в 2014 году, решили, что мы больше никогда не оставим нашу родину. Я здесь, а он там, и мы... Всячески помогаем нашей родине, нашей республике и нашему братскому государству России. Россия. У меня, знаете, история повторилась. У меня в 2014 году отец добровольно ушел на фронт. Я тогда была маленькой. Как только начались первые признаки украинской агрессии, нам пришлось мама уехать. Отец остался, добровольно ушел, он был первый из тех, кто снимал украинский флаг. Сейчас я уже выросла, и мой молодой человек тоже ушел добровольно на фронт. Поэтому я не осталась сидеть без дела. Я, так сказать, на тыльной стороне точно так же поддерживаю всех военных, как мы можем, все своими силами делаем. Здесь я родился, здесь пригожусь, и жизнь, если нужно, дам я за Русь, за белые рощи, любимый дом, и всех, кто будет в нем. Мы дарим добро, любовь, улыбки нашим военнослужащим. Кто, как не мы, поддержит наших солдат? И здесь мирное небо над головой далось большой ценой.